Телеканал КРТ представляє. Давайте все-таки посмотрим сейчас еще одно видео, там, где у националиста интересуется, а чё, собственно, что пришли-то. Сами розумієте, що зараз в Україні існує інформаційна війна, і тому проти нас також влада, яку ми регулярно критикуємо, може накидати дуже багато брехні. Вас закривають не за критику влади, вас закривають за відверте порушення трансляції про 9 травня, так, про те, що всі вважають днем жалоби, там днем примирення. Ви це розповідаєте про велику перемогу. Але те, що ви нівелюєте жертву українців, яку але в Конституції України прописано, що у людей загибнуть. Є право на свої ідеологічні вподобання. Більшість інформаційної атаки на телеканал за те, що критикує саме владу. І ви прийшли на таке начебто підтримати дії влади. Тобто, я правильно розумію, ви взагалі вивчали діяльність телеканалу? Наприклад, ці соціальні теми, які піднімаються в програмах? І саме я за не те, хочу що... далі про це дискутувати. Ну, Тарас, как вот ты можешь оценить все-таки? Это же не кто-то, это же не, как говорят, там, прессичный патриот. Я думаю, ему необходимо в мэры Киева баллотироваться, во-первых, потому что он очень серьезно подходит к этому вопросу. Видно, что он достаточно интеллектуальный. Я уверен, что он сможет посмотреть завтрашний день и подготовить всех к земле. Но, опять же, конечно, конечно, я мог бы сказать, что он там самоодухотворенный, но все равно, вот, даже все равно у Карася как-то поумнее лицо. Вот я не знаю. Но что мы можем сказать? Сказать можем только, во-первых, спасибо, потому что на самом деле, скажем так, без них этот день не был бы так многозначителен. Были на самом деле там еще другие интересные ребята, которые были еще более аргументированы. То есть, ну, мы, кстати, я так немножечко так ретроспективу сделаю сегодняшнего дня. Мы когда разговаривали с этими замечательными носителями глубоких знаний людьми... Даже, вот, знаете, добавить нечего, мне кажется. И вот вопросы на самом деле серьезно, они же точно не поднимают. И поскольку аргументов у них не было, они то, достали аргументы, которые не взяли с собой, начали использовать. И, собственно, не важно. Вот как ты можешь прокомментировать аргументы, которые приводят так называемый националист? Ну, аргументов это, в принципе, на соцсетях. Ты просто с таким серьезным лицом и таким серьезным голосом об этом говоришь, что я... И называешь это аргументом, даже и называешь это аргументами. И этих людей называешь вроде как националистами. Про музей Бандера можно рассказать. Начинается. Есть разные типы массовки. Есть там бабушки, да? Есть ребята с плакатами, которые теоретически могут постоять, но очень хотят выпить, поэтому часто отходят, ну, как бы от толпы, и их там где-то параллельно ловят, а потом вот этот организатор говорит, пошли, пошли, давай. А есть вот такая массовочка, такая более агрессивная, которая в случае чего, в случае, когда количество вопросов, на которые они не могут ответить, зашкаливает, они просто баллончик, кулаки, еще какие-то вещи. А у меня вот жвачка, а у меня телефон, я вам в морду дам. Да, так и есть. Для декого, скажем, лице новое надыханием интеллекту, они говорят, он простой. Я вот до встречи с ними не хотел делать его татуировки. Можно открыть, что ли, закрыть? Да, не хотел делать татуировки вот до встречи с ними сегодня. А теперь после этой встречи очень не хочу делать на татуировки. На коленке. Солнышко славянское, да? Друзья, я все-таки думаю, что эти все события, которые произошли под Нацрадой и прочее, и действия Нацрады тоже, они прекрасны, когда вот есть... Они проверок назначили, не провели их, но лицензию уже забрали, потому что, ну, сверху звонят, очень надо, требуют, аж нужно исполнять приказы, и взяли сегодня в нарушение всех законов, приняли. Ну, бог с ним. Ну, я думаю, что... Я считаю, это хорошо. Они конечно. Молодцы. Они вот правовое поле поменяли на поле кукурузное и... Там, где бегает полтавский террорист до сих пор, напомню. Кстати, да. КРТ. Вот. Честно.